Ребятки, всех рад видеть на канале AndroHacker. Сегодня у нас очень интересное видео, а именно простой способ, благодаря которому можно сделать клонирование приложения всего-навсего в один клик. Наверняка будет многим из вас удобно, тем, кто занимается блогом ведения, да, чтобы у него было два Инстаграма, два Вайбера, два Твиттера, два ВК. То есть это нужно для чего в первую очередь? Если у вас, смотрите, два профиля в том же самом Инстаграме, ваш личный профиль и какой-то интернет-магазин или еще какой-то левый, да, у вас когда будет два Инстаграма, то есть два пунктика, да, вы можете в один в Инстаграм зайти, ввести свои данные, и, соответственно, в другой Инстаграм тоже войти и ввести свои данные. И не нужно вот эти делать никакие переходы, вводить там какие-то пароли. Точно так же само с Ютубом. Вы заходите на один свой аккаунт, вы заходите на второй аккаунт. Это очень удобно. Пока эта функция есть на всех Xiaomi телефонах, вы же напишите, есть ли она у вас. Для того, чтобы ее активировать, нужно что сделать? Нужно зайти в настройки на своем телефоне и спуститься вниз до такого пункта, который называется приложение. Вот. И смотрите, здесь будет клонирование приложений. Заходим в клонирование приложений, выбираем, какое нам нужно. К примеру, я сейчас сделаю на Инстаграме и нажимаю вот такой вот пункт клонирование приложения. Значок добавлен на рабочий стол. Теперь, как вы видели, у меня вот здесь был значок Инстаграма, и теперь у меня еще один Инстаграм. Таким образом, когда я зайду в этот Инстаграм, у меня проходит полное клонирование моего Инстаграма, и, соответственно, я уже могу ввести другие данные, видите, использование и политика продолжить. То есть у меня на этом Инстаграме сейчас он не вошел, потому что это клонирование пришло приложение. Я могу здесь войти в другую свою, да, там почту, войти полностью данные. И я могу зайти вот этот вот Инстаграм, где у меня, видите, он сейчас будет полностью рабочий. Соответственно, вот такая вот настройка, очень крутая, мега. Я думаю, многие ее оценят своим лайком. Буду надеяться на это, друзья. С вами был AndroHacker. До скорого. Всем пока, мои любимые, дорогие подписчики.